нахожусь на лужайке на своей даче. Это земля, которая собственноручно была насыпана. Здесь я еще недавно сделал такую набережную из старых камней, собрал. То есть здесь потрудиться пришлось. Но я не об этом. Я бы хотел предложить вам те книги, которые еще не разошлись, которые есть в доступе. Вы можете их получить. Ну, писатель для того и пишет книги, чтобы они добирались до вас. И моя работа исследовательская, работа аналитическая, поэтому каждая книжка дается непросто. Дается и через личные переживания, и через какие-то события, очевидцами которых я был, и через интенсивную интеллектуальную работу, в том числе и сбор информации. Вот я так причудливо разложил на лужаечке свои книжки, которые еще есть в доступе. Ну, есть те, которые входят в какие-то серии. Ну, например, вот возьмем то, что касается русской идеологии. Не все книжки, которые я написал, сейчас можно купить, но вот те, которые у меня есть. Вот книжка «Нация и государство». Она, можно сказать, заканчивается. Есть несколько экземпляров, кто хочет, тот получит. Есть недавно вышедшая книга «Русская монархия». К столетию ритуального убийства, так и называется, Николая II и его семьи, для русских монархистов и для тех, кто вообще пытается понять, а что такое монархия? Большинство не знает об этом совершенно ничего. И вот еще книжка, которую вы можете приобрести, «Русские не россияне». «Русские не россияне». Это тоже плод довольно длительных размышлений, работы. И что такое национальная политика, которая приемлема для русского народа. От государства, которое в этом случае становится национальным, должна исходить политика, которая благотворно действует на русский народ прежде всего. На все остальные тоже, но на русский народ прежде всего. Я думаю, с этим никакой здравый человек спорить не будет, и мы не превратимся в тех, кто требует унижения граждан перед какими-то там маргинальными группами, как в Соединенных Штатах, там становиться на колени за расизм. Тем более, что у нас никогда такого и не было. Ну, не было у нас унижения других народов со стороны русского народа. А вот русский народ унижен, действительно унижен, ограблен, отстранен от власти, от собственной культуры. Но есть возможность становиться русским человеком, прежде всего осваивая русское национальное мировоззрение. Есть вот вне каких-либо серий, я выпустил три книжки в серии «Тень беса». Хотел выпустить еще, но, к сожалению, пока невозможно, еще две книжки намечены. Вот книжка «Тень беса». «Тень беса», «Евроют» называется, «Евроют». Ну, каждый поймет, что здесь написано. Слово, скажем так, изобретенное, еще написанное латинскими буквами. Поэтому, ну, кто хочет понять, что происходило в Европе и те процессы, которые обычно не описываются в учебниках, вот тот может приобрести эту книжку. Предшествующая еще, у меня есть несколько экземпляров, второй том из этой же серии. Может быть, не знаю, в следующем году соберусь, выпущу еще две книжки. Ну, если эти книжки будут расходиться. Пока что-то не очень хорошо получается, особенно в связи с вот этой самоизоляцией. Люди намеренно себя изолировали от всего. Говорят, нет, это насильственная изоляция. Да Господь с вами. Не хотите, так никто вас и не заставит. Да, это тяжело, но тем не менее, можно продолжать позитивную деятельность и в этих условиях оккупации. Вот есть серия книг, которая уже давно у меня, но вот недавно получил я только из типографии, где залежавшиеся остатки, мне типография уступила. Вот, и я такую порцию вот из пяти книг готов достаточно дешево отдать. Среди них книжка, который как раз отвечает на вопрос, а что по истории почитать? Ну, вот «Возвращение русской истории». Несколько авторов, но все это собирал я. Где-то треть, наверное, моих собственных статей, опубликованных в основном в журнале «Русский дом», и статьи других авторов. Есть двухтомник «Осколки эпохи Путина. Досье на режим и бюрократия против нации». Вот такие два тома. Не все, что здесь есть, является актуальным, потому что, ну, где-то середина 2000-х, конец 2000-х уже отошли как-то в историю, уже как-то
многое из того, что было там, и заложила основы того, что происходит сегодня, позабывается. Тем, кто хочет получить напоминание, вот эти книжки. Что на самом деле, who is Mr. Putin? Вот здесь это написано. Откуда берется? То есть в разных отраслях нашей жизни мне довелось приложить свои усилия в статусе депутата. И то, что я лично увидел, весь этот ужас оккупации, который не виден, и уже как-то люди прижились и присмирели, уже готовы на то, что раньше казалось дикостью какой-то. А я еще это все увидел, очень плотно пообщавшись с разными участниками, в том числе и властных структур, которые, в общем, и продолжают уничтожать нашу страну. Вот осколки эпохи Путина. Ну, те осколки, которые, по которым довелось пробежаться мне и на себе прочувствовать, что это такое. Еще одна книжка. Эту книжку я не распространяю, поскольку она находится среди запрещенных материалов, но тем не менее я могу ее демонстрировать. А поскольку она запрещена, то она и содержит некие сведения, которые крайне не нравятся русофобам. Сможет ли Конгресс русских общин русифицировать Россию? Сможет или не сможет? Было все это выпущено именно к съезду, восстановительному съезду Конгресса русских общин, но восстановление не состоялось, к сожалению. Но зато вышла книжка, которая привлекла внимание так называемых правоискривителей. Ну, они ее и запретили. И еще одна книжка в этой же серии. Это книжка, которая написана Сергеем Пыхтиным. Точнее, я собрал эту книжку в память о своем друге, его статьи с большим моим предисловием. Я считаю, что среди идеологов русского движения, русской идеи, Сергей Пыхтин занимает одно из самых достойных мест. Поэтому собрана эта книга, вот на обороте его портрет. Поэтому собрана эта книга. И если кто-то намеревается становиться именно русским политически, то есть русским националистом, для этого человека стоит приобрести и прочесть эту книгу. Дальше посмотрим, что у нас тут есть. Есть то, что я называю летописью современной России. А в общем-то это летопись русского национального движения. Уже несколько книг разошлись, и до читателя они дошли. А вот те, которые остались. В небольшом количестве, тоже уже довольно давно выпущенная книга «Опыты русского сопротивления». Ну, здесь картинка, может быть, не очень имеет отношения, не я ее придумывал, но, тем не менее, опыты русского сопротивления о боях против русофобов. Вот это начало, середина 2000-х годов, и там понятно, что, когда происходило многие дела, я уже даже позабыл, в чем там я участвовал, какие, с какими русофобами сталкивался, что такое экстремизм. Тогда ведь началось вот эта вот свистопляска с преследованием экстремизма. Кандапога, о которой уже сейчас почти все забыли, так называемые антифашисты, русский марш, как его там запрещали, изничтожали, русские офицеры, ритуальная жертва, вы помните ситуацию с Аракчеевым Худяковым, с группой Ульмана, с Юрием Будановым, все это здесь есть. Русские издатели, как по ним прокатилась машина репрессий, поэтому сейчас нет ни одной русской газеты, ну, более или менее доступной, и даже ни одного более или менее русского электронного сайта. Их считанные единицы, и доступность их крайне невысока. Если они где-то там проявляют себя, то распространяются только, распространяют свое воздействие на очень незначительные группы. Вот. И тут часть целая – кривозащитники. А Московском бюро по правам человека, о так называемом еврорасизме. Есть такой институт этнологии и антропологии, тоже такое гнездо русофобии, до сих пор действует самым активным образом. Вот, значит, эта книжка «Опыты русского сопротивления». Вторая книжка – это «Великая Россия и ее заклятые друзья». Ну, можно было бы ее назвать «Кто есть кто» в русском движении, внедренные и засланные казачки, как они действовали, в каких случаях. И многое из того, что уже тоже отошло на второй план, люди начинают забывать, и поэтому начинают повторять всякие глупости. Ну вот здесь я все зафиксировал, как все было, с датами, фамилиями, все детально, примерно это все до там,
2014 года. Тут уже кажется, что все это отошло куда-то в сторону. Да нет, не отошло, все повторяется, и все очень сходно, и все может служить уроком. Зачем же проходить несколько раз по одним и тем же граблям? Вот я уже не хожу по этим граблям, а люди говорят: ну давай, давай сюда, давай объединяться, давай попрыгаем на этих граблях снова. Ребята, уже проходил много раз. Вот специально для... Тоже осталось всего несколько экземпляров. «Великая Россия и ее заклятые друзья». И выпущенная в прошлом году, называется «Неприкаянные записки», такая книжка. «Неприкаянные записки. Хроники неуместной эпохи». Это для людей, которые как-то пытаются проникнуть... Вот нравится людям некая тайна. Вот те книги, которые не сформировались, не образовались в отдельные тома, они вошли в эту книгу. В том числе здесь есть и попытки литературного творчества, и некоторые тонкие моменты, которые иногда вызывают вопросы, когда они обращены лично ко мне. Своего рода такая автобиографическая книжка с выдержками из писем различных, из тех материалов, которые не были опубликованы. Рассказы тут есть, общественно-политические рассказы. Немножко, потому что это не мой профиль. Я все-таки занимаюсь аналитикой. Ну вот был такой опыт, я его сюда тоже включил. Этих книжек еще довольно много. То есть, ну, если, правда, не поторопиться, тоже как-то разойдутся быстренько. Вот еще одна книжка не серийная. И она уже практически закончилась. Есть всего 5 экземпляров. Вот эта книжка, связанная с моей деятельностью инженера-физика физтеха «Поколение обманутых физиков». Те выводы, к которым я пришел, и такая своего рода хроника. Вот кто закончил физтех, может здесь почитать. Вот здесь конкретный включенный наблюдатель. Это записи тех лет. Записи тех лет, ну, чуть-чуть обработанные, где-то там какие-то неловкости убранные, чуть-чуть литературная обработка. Но все подлинно. Подлинные фотографии, рисунки, выписки из своего собственного дневника. Я там, как я готовлю, как вообще физиком становится, как можно поступить в институт, в который даже поступающие медалисты, золотые медали тогда были, вот их довольно много было, этих медалистов проваливались на первом же экзамене. И все, как можно вообще было стать физиком? Оказывается, поступить на физтех-то можно было, но вот стать физиком – это было не дано вот тому поколению, к которому я принадлежу. Ну, очень небольшое число, может быть, 5%, может быть, 10% из тех, кто окончил физтех, действительно занимались и продолжают заниматься физикой. И я тоже в 90-м году, в 91-м году, если более точнее быть, я закончил заниматься физико-математическими науками, хотя и знал, чем я мог бы заниматься до конца жизни. Но вот политика подхватила, захватила. Я не знаю, больше ли я потерял или больше приобрел на этом пути. Но так жизнь сложилась. Довольно увесистая книжка. Вот именно для... Я ее предлагаю, ну, в основном и желательно только выпускникам физтеха или студентам физтеха. Но это уже надо быть уж больно таким любопытным человеком, если студент-физик начнет читать о судьбе его предшественников. И боюсь, что если он эту книжку прочитает, то он подумает, наверное, надо перейти в какую-то другую сферу деятельности, потому что в науку призывают специально, чтобы освободить бюрократическую шайку от конкуренции, от интеллектуальной конкуренции. Туда, вот там самое все интересное, там загадки природы и так далее, и все. А мы тут будем, мы скромненькие такие, мы чиновниками там где-то подвязаться будем. Потом эти чиновники становятся олигархами, а ученые остаются нищими. И даже наукой им заниматься невозможно, потому что так олигархи устроили нашу жизнь. Тупицы и подонки входят во власть, а для умных и любопытных создают такие: вам в искусство, вам в науку, вам куда угодно, лишь бы только не было никакой конкуренции. Минимизировать конкуренцию, вот чем они занимаются. Пропустил вот я одну книгу. Собственно, я на своей спортивной площадке нахожусь. 20 лет я отдал занятиям карате, сейчас мне уже как-то приходится тяжеловато продолжать занятия. Тем не менее, вот спортивная площадка, на которой я занимаюсь, вот там сзади мой друг, которого я постоянно калачу, а в руках у меня книжка «Бусидо» и «Русский путь» для тех, кто в самом деле интересуется боевыми искусствами. Здесь и всякие занимательные истории из моей собственной жизни,
и практика, и советы, и упражнения, которые можно повторить, попытаться. Лучше всего, конечно, под наблюдением сенсея. И можно продолжать этим заниматься, несмотря ни на что, несмотря на всякие запреты. Вот дачным карате я занимаюсь, несмотря на то, что запреты теперь везде. Вот, пусть будут запреты, но мы будем идти дальше и будем продолжать совершенствоваться, насколько это возможно в нынешней ситуации. Ну, сменится власть, сменится ситуация, откроются новые возможности, приобретенные навыки будут полезны. И последняя, это даже не группа книг, это серия, которая будет продолжаться. Я уже презентировал эти книги. Это, ну, можно сказать, это моя гордость. Выпущено еще несколько книг по истории Древней Греции в издательстве «Книжный мир» и по моей фамилии. На сайте издательства можно найти. И можно сказать, что там вот самая книга из тех, которые я выделяю как первостепенные в своей деятельности, это книга о Троянской войне. Никто такую еще книжку не писал. Ну, собственно, все книжки, которые я пишу, они эксклюзивные. Вот невозможно, вы не найдете нигде что-нибудь подобного. Вот и эти книжки, которые я держу в руках, это тоже книжки, которые бесподобные. Как ни странно, да, Троянской войной вроде бы должны были заниматься многие поколения, и даже века прошли, и можно было бы заняться, но почему-то все рассматривали произведение Гомера как литературу, а я рассмотрел как историю. И много чего там открылось. И здесь мне тоже очень много открылось, когда я стал собирать все вместе по источникам и по археологическим данным. Не за унывную глупость, которую пишут профессиональные историки на какой-то грязной бумаге, не пойми о чем там, и это скука смертная. И кроме защиты диссертации и там какого-то престижа в очень узких и никому неизвестных кругах, это не дает ничего. Я сделал иллюстрированную историю. Иллюстрированная история Аттики и Афины, иллюстрированная история древнего Пелопоннеса. Здесь все, и древние Микены с маской Агамемнона, вот здесь на обороте она, и древняя Спарта, которую практически не раскапывали, ну так чуть-чуть, может быть, я фильм об этом сделаю небольшой, поскольку там побывал, и древний Коринф, и многие другие города, там Аргос, Пилос и так далее. Вот толстенные книги с массой иллюстраций. То есть в каждой книге не меньше 1000 иллюстраций. А книги, конечно, они по объему и по весу, и по трудозатратам они очень весомые. Я же продаю вам только типографские услуги. Я не собираюсь на книгах зарабатывать, потому что это и невозможно. То есть надо войти в какой-то вот специальный пул, где тебя будут раскручивать, где твои книги будут на всех углах показывать. Эти книжки, которые я показал, никогда не появятся на полках книжных магазинов. Ну, просто потому, что они там будут стоить вдвое, втрое дороже. Я продаю фактически по себестоимости. То есть не по себестоимости отдельной книги, а по себестоимости всего тиража. Вот я стоимость тиража минус те книги, которые я обязан подарить. Вот, а некоторые книги даже ниже себестоимости, потому что они уже залежались. И приходится говорить о финансовом вопросе, который мне совершенно не по душе. Тем не менее, если бы я был просто писателем и просто писательский труд был бы оплачен, я бы об этом не говорил. Я бы отдавал свои тексты в издательство и на этом бы обо всем забывал. Получал бы гонорар и жил бы на это, и пусть он был бы самый скромный, но ничего этого нет в современной России. Нет возможности быть писателем и зарабатывать на этом деньги. То есть писатель, который является богачом, это фейк. Это фабрика рабов. И там достоверного знания вы не найдете. Я занимаюсь только тем, что я либо видел и знаю, либо то, что я почерпнул из каких-то источников, которые являются абсолютно достоверными. И здесь только достоверные источники. Здесь нет библиографии, которая заняла бы для каждой книжки, ну, может быть, 100 страниц, как минимум, я думаю, даже если очень убористым шрифтом напечатать. Но это достоверное знание. И если вы хотите достоверного знания, не выдумок каких-то фантазий, а вот то, что есть сейчас на самом деле, то, что, над чем работают ведущие ученые,
и вы сможете увидеть, чем они занимаются, и вы сможете узнать, какие результаты они получают. То же касается и остальных книг. Это либо современная история, либо древняя история, либо идеология. Здесь фактология тоже присутствует, и факты, и источники. То есть этот товар, ну, назовем его товаром, является товаром высшего качества. И может быть вам предоставлен по самой низкой цене, которая только возможна. То есть по цене типографских услуг. Свои собственные трудозатраты я не учитываю здесь никак. Гонорара я не получу, и мне лишь бы продолжить писать и издавать книги. А на жизнь, ну, приходится зарабатывать другими способами, не связанными никак с той аналитической публицистикой, которой я занимаюсь. Желаю всем, кто закажет у меня книги, внимательного чтения и интеллектуального роста, который необходим всякому достойному человеку. Пожалуйста.